Привет, ребят. Ян говорит, что у него самая лучшая утренняя рутина, лучше, чем моя после сна. Да, поэтому я попробую позаниматься его утренними делами, а он попробует моими. Чтобы посмотреть и решить, кого не лучше. У меня. Просыпаться. Сперва-наперво мой супер-милый щеночек прыгает ко мне на кровать, чтобы разбудить меня с утра. Привет, дружок! После я сижу на кровати и думаю о том, как жалко мое существование в масштабах огромной вселенной. Утренние напитки. Я знаю, что человеку надо пить по 8 стаканов воды в день. Поэтому я выпиваю их все сразу с утра, чтобы потом этого не делать. Дневник снов. Каждое утро я записываю свои сны в свой дневник снов. Потом я звоню своей маме и рассказываю о самом ужасном из них. Я не буду этого делать. Потом я звоню своей маме и рассказываю о самом ужасном из них. Привет, мам. Мне сегодня ночью приснилось, что я встретил Нила Патрика Харриса. После на меня он и засунул в мою и потом 4. Правда, мне из-за черепашки. И закончи мне прямо на лицо. Переодевание. Я очень люблю с утра одеть чистые вещи. Я глажу их прямо на себе, без гладильной доски. Чистка зубов. Я чищу зубы до тех пор, пока они не начнут сливаться с моими ярко-красными губами. Я люблю говорить. Если кровоточит, значит чисто. Принимать душ. Пришло время принять шикарный душ. О мой бог. В летнее время я люблю использовать для своего тела скраб с запахом кокоса. А также антиоксидантами, медом и киноа-экстрактом. Окей. Также я очень боюсь то, что бактерии будут есть мое тело, поэтому я специально закрываю мои поры, принимая максимально ледяной душ. О боже! Как же холодно! Уход за моей прической. Я люблю ухаживать за моими волосами с помощью моей счастливой ржавой вилки. Моим мозгам от этого щекотно. И есть десятки способов, как сделать еще лучше. Утренний туалет. Я терплю без туалета весь день. Что? Я терплю весь день, ем бобы и запиваю сильными слабительными. Аксессуары. Я одеваю свою кепку. И это все? И это все. Окей. Перед тем, как прибить свои яички к полу степлером. Зачем он делает это? Что ж, для нас это обычная утренняя рутина. Надеемся, из этого всего вы что-нибудь сможете подчеркнуть и для себя. В следующий раз мы вам расскажем про нашу обеденную рутину. Пока! Перевод и озвучка Виски. Не забудь добавить это видео к себе, а также вступай в нашу группу Смож ВКонтакте. vk.com/смож. А, вроде того. Надеюсь, что вы очень хорошо проводите лето, кстати говоря. Да. Или какое-нибудь другое время года.